С 18 по 23 февраля в крае прошли первые зимние международные спортивные игры «Дети Приморья», которые собрали команды не только из всех муниципалитетов края, но и из регионов России, а также из-за рубежа. Губернатор Приморья Олег Кожемяка подвел итоги прошедших соревнований и объявил о продолжении игр в 2025 году. Дорогие друзья, 23 февраля завершились игры «Дети Приморья». Наша команда выступила достойно. Из Владивостока она заняла второе место в этих больших соревнованиях. Более 1000 ребят принимали участие, боролись за медали. Первое место команда из провинции Цзилинь. КНР было 3 провинции, 127 представителей было Китайской Народной Республики, а также представители Республики Беларусь, Корейской Народно-Демократической Республики, Республики Узбекистан и 10 субъектов Дальнего Востока. Мне кажется, получились хорошие игры, которые промотивировали ребят тем, что заниматься даже в муниципалитете спортом, следовать той методике тренеров, которые им дают, это возможность выступать на таких международных соревнованиях, это возможность в последующем видеть себя уже и на олимпийском пьедестале. Но мы, конечно, будем делать все возможное, чтобы такие игры были продолжены, что, может быть, этапы будут проходить и в Китае, и в КНДР, может быть, в других регионах. Это очень важно делать так, чтобы ребята были сильные, крепкие, чтобы они дружили, знали, как живут свои соседи и продолжали дальше развивать наш спорт. Поэтому в 2025 году у нас будут продолжены только уже летние игры «Дети Приморья».